Всем привет! Вы на канале Family Baus. Сегодня хочу предложить вам связать вот такой цветочек из плюшевой пряжи. Это экономичный вариант, потому как его можно использовать из остатков пряжи. Также этот цветочек можно использовать как заколочку, например, вот такую. Можно использовать как резиночку. И также можно использовать, например, на какой-нибудь красивый ободочек. Но это уже смотрите сами, на что хватит вашей фантазии. Размер цветочка приблизительно 8 сантиметров. Для этого непосредственно понадобится сама плюшевая пряжа и крючок номер 5. Давайте приступать. Берем плюшевую пряжу. Делаем кольцо амигуруми. И в это колечко набираем 12 столбиков без накида. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11 и 12 столбик. Хорошенько затягиваем наше колечко. Вот так. И в первую петельку заводим крючок, вытягиваем нить и делаем соединительный столбик. Далее мы делаем с вами 3 воздушные петли. Раз, два, три. Делаем накид. В эту же петлю подъема мы делаем 1 столбик с накидом. Накид. Второй столбик. Накид. В эту же петлю третий. Далее накид, но уже в следующую петлю. Один столбик, накид в эту же петлю. Второй столбик, накид в эту же петлю. Третий столбик. Вот так должно получиться у нас на крючке. Далее захватываем рабочую нить и протягиваем через все петельки. Далее делаем воздушную петлю. Это мы зафиксировали с вами лепесточек. Дальше мы делаем 3 воздушные петли. И в следующую петельку провязываем соединительный столбик. Давайте еще раз. Раз, два, три воздушные петли, накид в эту же петлю. Раз столбик с накидом, в эту же петлю. Два столбик с накидом, в эту же петлю. Три столбик с накидом. Делаем накид, но уже в следующую петлю. Мы делаем раз, накид в эту же петлю, два, накид в эту же петлю, три. Опять захватываем рабочую нить и протаскиваем через все наши петельки. Делаем воздушную петлю и 3 воздушные петли. Следующую петельку заводим крючок, выводим нить и делаем соединительный столбик. Вот такие вот 2 лепесточка у нас получилось, такие вот объемные. Нам нужно связать
таких 6 лепесточков. Вяжем самостоятельно, а потом встретимся. Так вот, я провязала все 6 лепесточков. Вот такой вот у меня получился симпатичный объемный цветочек. Вот его можно украсить такими вот стразами или вот такими, какие вам больше нравятся. Также, как я и говорила, можно сделать из них резиночки, заколочки. В общем, это все на вашу фантазию. Как вот завершить, я вам сейчас покажу. У нас получается вот ниточка. Мы ее обрезаем. Эту ниточку вытягиваем, она нам больше не понадобится. А эту ниточку мы с вами снова проводим назад. И здесь просто завязываем с начальной нашей веревочкой. Также их можно обрезать, спрятать, и будет незаметно. Вот такая красота у нас получилась. Также посмотреть уже готовую нашу продукцию можно будет по ссылочке в описании. Также не забываем подписываться на наш канал, ставить лайки. Нам будет очень приятно. Всем пока!